Голод смертью идет по городу. Не вмещают погибших ленинградские кладбища. Люди умирали у станков, умирали на улицах. Ночью ложились спать и утром не просыпались. Более 600 тысяч человек скончались от голода в Ленинграде. Среди ленинградских домов поднимался и этот дом, дом Савичевых. Над листками записной книжки склонилась девочка. Зовут ее Таня. Таня Савичева ведет дневник. Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. Женя – это моя сестра. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. Лека – это мой брат. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Таню спасли от голодной смерти. Вывезли девочку из Ленинграда. Но от голода, стужи, потери близких подорвалось ее здоровье. Не стало и Тани Савичевой. Скончалась Таня. Остался дневник. На берегу Невы в музейном здании хранится очень скромный дневничок. Его писала Савичева Таня. Он каждого пришедшего влечет.